У Києві учасники руху «Сейфоб» вийшли на чергову акцію протесту проти обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій. Підприємці з усієї країни, у тому числі з Харківської області, зібралися під будівлею Верховної Ради. Не обійшлося без суточок між учасниками мітингу та правоохоронцями. Мітингувальники висловлювали невдоволення державною політикою стосовно малого бізнесу та вимагали терміново ухвалити законопроєкт, що має спростити умови роботи фізичних осіб-підприємців. Чи вдалося підприємцям досягти своєї мети та чи відгукнулася на їхні заклики влада? Дізнаємося від голови громадської організації «ФОП Разом UA» Олексія Дідула. Наразі він доєднався до нашого ефіру. Пане Олексію, я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. Сьогодні відбулася ця акція. Давайте про її результати і почнемо з того, що до нас ближче. Чи багато було харків'ян на цьому мітингу цього разу? Акція состоялась. Акція була і вчора, 16 числа. Она была менее многолюдная, потому как в связи с нестабильной, скажем так, ситуацией в стране, ну, организаторы вчера приняли решение переформатировать ее в более щадящий режим, скажем так. Была работа с депутатами. В то же время вчера был объявлен праздник, такой День единства, да, и вот вчера буквально у нас был запланирован брифинг в стенах Верховной Рады, ну вот единство не получилось, не пропустили нас. По каким причинам, до сих пор непонятно, мы выясняем. Что касается, да, и мы, ну, все-таки провели мы акцию, поработали с депутатами, объясняли им всю важность принятия законодательных инициатив по регистраторам расчетных операций. Сегодня акция уже была, ну, полномасштабная. Ну, власть показала в очередной раз, что предприниматели, они не слышат, ну, не разрешили провести ни звуковое оборудование, ни сценическое. На почве этого произошли стычки с митингующими из Харькова. Коллеги поехали, где-то около 50 человек поехало. Есть и задержанные, и есть пострадавшие. На сегодня, я знаю, около 15 человек. А 15 осіб – це саме харків'ян, чи це загалом серед тих, хто був затриманий? Це в общем. Ну, наскільки я знаю, по харківчанам, ну, всі живі, здорові. Тому як, ну, у нас, як би, опитні організатори, вже не перший рік ми участвуємо в акціях, ми віддаємо собі відчіт, що, ну, люди і здоров'я – це прежде всього. Никакой кассовый аппарат, никакой закон не стоит человеческого здоровья. По результатам акции сейчас, на данную минуту, ну, могу сказать, что никаких проектов внесено в зал Верховной Рады, которые касаются предпринимателей, не было. Были выступления в поддержку ФОПов от глав фракций. Все понимают необходимость поддержать, ну, в основном все оппозиционные фракции, но партия власти, к сожалению, на сегодняшний день продолжает политику экономического давления на микро и малый бизнес. Скажіть, будь ласка, чи змінюються поступово вимоги підприємців, які беруть участь у цих акціях? Скасування обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій – це незмінна вимога. Чи маєте ви, можливо, якісь інші пропозиції, більш рухливі, скажімо так? Да, у нас є резолюція, ту, яку ми передавали на президента і на нашего губернатора в Харькове, когда мы проводили акцию, там несколько условий, при которых прекратятся эти все протесты. Это не только либерализация применения регистраторов расчетных операций, это законопроект 5473 по рыночному надзору, который на сегодняшний день, если он будет принят в качестве закона, он существенно уменьшает штрафы для предпринимателей, в разы уменьшает. На сегодняшний день в рыночном надзоре есть такая служба, Держпродспоживслужба,
предусмотрены штрафы для предпринимателей 51 тысяча гривен за единицу товара, не соответствующую техническому регламенту. Для многих ФОПов, особенно в небольших каких-то предприятиях, магазинчиков, это сродни банкротству. Сразу человек банкрот. Но это не обходится 51 тысячей. Вот у нас, в частности, был пример. К нам на акцию в Харьков подходил предприниматель с нашего рынка, одного из самых крупных. И вот 153 тысячи наложили на него штраф за то, что он продал зарядку для телефона без соответствующей маркировки. Вот такая вот глупость у нас происходит. И плюс мы помогаем по трудовому законодательству изменения, которые существенно упрощают ведение этого процесса для предпринимателя, упрощают саму процедуру принятия на работу, увольнения и тому подобное. Ну, есть номера законов. Вот по рыночному надзору закон 5473 уже прошел первое чтение, поэтому мы будем его лоббировать, потому как понимаем всю важность. Он не менее важный, чем закон по кассовым аппаратам. Які подальші кроки підприємців, ФОПів, чи плануються подальші акції? На сьогоднішній день є кілька проєктів, зареєстрованих вже в Верховній Раді. Зараз на підході ми збираємося реєструвати проєкт, який вийшов від Ради по сприянню малого підприємства при президентові України, який був проголосован еще 21 вересня. Мы хотим сейчас его зарегистрировать, получить поддержку всех фракций, провести консультации со всеми фракциями. На сегодня уже есть понимание с большинством из них. И получить полную поддержку и взаимопонимание непосредственно в комитете и в самом зале Верховной Рады. В зависимости от того, как будет идти процесс лоббирования этого проекта, ну, мы будем планировать наши дальнейшие действия по акциям прямого действия. Да, пока такая история. Дякую вам, пане Олексію, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Я наразі з вами прощаюся. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку з нашою студією був голова громадської організації ФОП «Разом.UA» Олексій Дідул.